Я пока не определилась, какой спорт я хочу для себя выбрать. Мне очень интересно посмотреть, как ребята будут выступать. Таких, как Люба Гагасян, на стадионе собралось очень много. Задача взрослых – помочь детям как можно быстрее выбрать для себя интересное спортивное хобби. Свои спортивные школы презентовали сами спортсмены, чемпионы в первых рядах. Как, например, Вячеслав Яркин, победитель Олимпийских игр в Китае по тяжелой атлетике. У нас в этом году очень серьезное достижение. На юношеских Олимпийских играх в китайском Нанкине наш спортсмен завоевал серебро в упорнейшей борьбе, лидируя, чуть-чуть уступив. В день открытых дверей на стадионе было представлено 18 физкультурно-спортивных и детско-юношеских спортшкол. Сейчас в нашем городе занимается спортом около 20 тысяч ребят. Каждому сочинцу олимпийское здоровье. Но здоровье возможно только там, где есть любовь к спорту. Любовь к спорту прививают тренеры. В Сочи работает 23 муниципальных спортивных школы и 3 краевых спортцентра. Занимаются дети даже с 3 лет. Сегодня юные гимнасты продемонстрировали свои первые достижения. Для каждого из участников праздничного спортивного парада большой спорт имеет свое определение. Спорт – это в первую очередь твой дух, твое направление, кем ты будешь, какой ты человек. Также спорт – это твой темперамент. А такие, как Артем Щербаев, выбирают мотокросс и лидируют в гонках. Главное, чтобы железный конь не подвел и всегда ощущалась поддержка со стороны родителей. Запись в секции велась здесь же во время мастер-классов, показательных выступлений и спортивных состязаний. Желающих также ждут в спортшколах в течение всего сентября. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.